Аддис-Абеба. Зашли с Эльдаром в кофейню, решили попить кофе. Не знаю, будет это настоящий или не настоящий кофе, фиг его знает. Очень много людей, которые чистят обувь, предлагают такие услуги. В целом Аддис-Абеба потихонечку выстраивается. Вот. Ну, я думаю, потом, если у нас камеру не отберут, мы немножко покажем. А так это кофейня с чем-то, в принципе, она кофейня как кофейня, да? Ну, чем-то на Адриана похоже. Да, на Адриана. Вот. Заказали американо и два сэндвича с тунцом. Вот. Аддис-Абеба оказывается в 4,5 раза больше Бишкека. Есть собственное метро даже. Метро есть? Метро есть. Я офигел. Кофе. Давай сейчас попробуем, какой это кофе на вкус. Эфиопское, может оно обычное? Редко. Ты знаешь, отличается вкус. Вот то, что мы с тобой пили в Москве, в Белоруссии или в Кыргызстане. Ну, такое... Он немножко такой легковатый, что ли? Я заметил то, что немного, наоборот, терпкий вкус, да? Да, он такой... Но он не сильно горький, как вот бывает, вот знаешь, бишкеки как подадут. Очень горький-горький. Либо тут так готовят. Не знаю, вроде нормально. Машины тут очень разношерстные есть, как Гелендваген, крузаки, хайлюксы последние. Есть и копеечки, да, копеечки, которые можно увидеть. Очень много малолитражных автомобилей. Вид Toyota. Вот у нас в городе очень много таких. Из общественного транспорта я веду большие автобусы, есть и маленькие какие-то маршрутки, наверное, скорее всего. Здесь какая-то постройка, ее сносят, здесь какие-то шторы вот сушатся. И парламент. Это вот парламент. Вот сели мы уже Жигули, сейчас только торговался с этим таксистом. Он загнул до зоопарка. Там проехать всего лишь 3 километра. Загнул 600 тур. Я его ломал до 350, поэтому тут надо всегда торговаться. 350 тур, это где-то... Сколько это? 5 баксов? 5? Нет, не 5. 10 долларов, да? 10 долларов. Сейчас на этой... На этом Жигули сейчас поедем в зоопарк, посмотрим, что там есть. Какие животные остались.
Леонзу, здесь можно по пальцам пересчитать животных. В Караколе, наверное, и то больше животных. Но так, по крайней мере, Эльдар говорит, я был последний раз в Каракольском зоопарке в 2014 или 2015 году. Вот, да, тут. Не знаю, наверное, в лес какой-нибудь пойти, и то там больше будет животных, да, чем здесь. Мы сейчас находимся в Национальном музее Эфиопии. Сюда в основном приезжают, чтобы посмотреть вот на остатки от Люси, которая жила 3 миллиона лет назад, более 3 миллионов лет назад. Она тогда еще лазила по деревьям. Это австралопитек. Но Люси – это вымышленное имя ее. Люси. Вот, это еще древнее Люси. Дорогие друзья, это культурное представительство Эфиопии. Я сюда в Эфиопию приехал не отдыхать, а по работе вообще. А сейчас у нас такое культурное мероприятие. Приехал я сюда для того, чтобы поучаствовать в международном парламентском форуме за толерантность и мир. В принципе, я уже третий раз приезжаю. Это международный парламент, который объединяет в себя практически 60 стран. Собираются парламентарии из 60 стран для того, чтобы обсудить толерантность и мир во всем мире. А сейчас можно вот посмотреть, как играют, поют. Ну и само здесь быт эфиопский можно посмотреть. Пахнет дымом. Непонятно. Это зал заседания парламента Эфиопии. Здесь вот рабочее место. Очень интересно стало, как они голосуют. Оказывается, просто поднимают руку. Но я не знаю, как потом они считают. У них 547 депутатов. Это, конечно, две палаты, но даже представим, если в одной палате 200 человек. Это, прикиньте, кто-то ходит и считает. Вот. Обычно рабочее место, без всяких компьютеров. Вот. Тут у нас, что интересно, журналисты сидят на втором этаже, средства массовой информации. Нас сюда пригласили, и тут еще участвуют в нашем заседании участвуют депутаты Эфиопии. Thank you.